Борец Эрик Френцель, у которого, безусловно, этот сезон, как и концовка прошлого, проходит великолепно. На подъеме Эрик Френцель. Он выиграл большой хрустальный глобус впервые в карьере. И в этом сезоне уже почти обеспечил себе снова победу. Но все внимание, Евгений Климов. С него начинаются соревнования по лыжному двоеборью на домашней для нас Олимпиаде. Отличный выход со стола. Евгений Климов летит за красную линию, за капоинт. Александр Гаранчев, Гаранин, наш главный тренер по прыжковой части, сейчас был крупным планом. 99 ровно, но по оценкам за технику будет повыше, чем в квалификации. Так что у Евгения есть вновь шанс возглавить на долгое время протокол. Посмотрите, как ровно, хорошо проходит всю траекторию Евгений Климов. Приземление чистенькое, с телемарком, естественно. Евгений Климов, 20 лет. Смотрите, какие высоченные оценки за технику. Поправки на ветер.